Дерма и Селима. Наши капусты 60-70 дней. Адерма, особенность адермы в том, что она может долго стоять в поле. Это тоже очень важно для фермера, когда нет цены или когда нет клиентов особых. Капусты обычно этого сегмента очень быстро растрескиваются. Адерма там 3 недели, 2, 3, можно даже чуть больше, ну где-то около месяца. Ну, до месяца. Практика, это уже крайний срок, до месяца она без потери качества, без растрескивания стоит. Притом не теряет качество. Это очень важно, потому что нет цены, а через 2 недели, может, будет, ее можно оставить и потом вырезать, подождать цену. Ну, селима чуть позже получается адермы, круглая капуста, красивая, зеленого цвета, тоже стоит долго в поле. Ну, как бы дополняет адерму, дальше в конвейере капуст, 10 дней плюс. Спасибо за внимание, с вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.